То не день, то рекорд. Российское фигурное катание продолжает удивлять мир. На этот раз в центре внимания москвичка Полина Сажина. Этой малышке всего 6 лет, а она уже уверенно исполняет прыжок сальхо в 4 оборота. В таком возрасте столь сложный элемент фигурного катания не выполнял еще никто в мире. Я хочу еще раз повторить его, и в будущем хочу вставить в программу. И чтобы выиграть золотую олимпийскую медаль. И спасибо тренеру за то, что он меня научил прыгать этот прыжок. И я сама не ожидала то, что он у меня получится. Тренируется юное дарование московских специалистов Ксении Ивановой и Алексея Василевского.